Да, с такой собакой нигде не страшно. Эту среднеазиатскую овчарку временно приютила Ольга Данилова. Бездомный алабай бродил по городу недели три. Собака породистая, и у нее, конечно, был хозяин. Но где он, почему не ищет своего питомца? Если вы знаете, чья это собака, если вы раньше у кого-то ее видели, пожалуйста, позвоните по номеру 8-906-390-6181. Очень нужен хозяин. Мы ищем в первую очередь старых хозяев. Хозяина пытались установить по клейму, которое есть у алабая, и удалось только узнать, что щенок был взят из Ульяновского кинологического клуба. Конечно, если прежний владелец не объявится, рассматриваются и другие варианты. К людям замечательно относятся, к детям замечательно относятся. Лоскушка, обнимашка, целовашка, строго относятся к крупным кобелям и не любят кошек. Вот, в любом случае, эта собака не для новичка, это собака для человека, знающего, что такое крупная порода, и действительно очень ответственного хозяина. Ольга Данилова дала ему кличку «Снежок», поскольку пес натуральный блондин. Звоните. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Наше время.